ресивер BBK SMP025 HDT2, оснащен USB-медиаплеером и поддерживает цифровой стандарт вещания. Устройство поставляется в небольшой коробке и комплектуется комбинированным RCA-проводом для подключения к телевизору, сетевым адаптером и базовым пультом управления. Ресивер выполнен в небольшом пластиковом корпусе, размерами не превышающим стопку банковских карт. Вес устройства равен 200 грамм. Все управление осуществляется с помощью небольшого пульта. Компоновка клавиш у него практически такая же, как у типичного пульта телевизора, что облегчит освоение неподготовленными пользователями. Все разъемы подключения вынесены на заднюю стенку. В частности, у ресивера BBK предусмотрен один разъем под пассивную антенну, комбинированный выход разъемов RCA и цифровой HDMI. Из приятных дополнений отметим USB-вход для подключения флеш-накопителей. Ресивер поддерживает актуальный цифровой стандарт вещания DVB-T2 и позволяет легко прокачать старый телевизор или монитор. Из дополнительных удобных фишек внимание заслуживает функция медиаплеера с поддержкой MKV формата видео в разрешении Full HD. Thank you.